Привет, амигос, по традиции мы на даче Тони Старка. Брюс Уиллис трется, походу, печушкой об булке Элвиса или что не делает. А этот охреневший рейдер что, ворует мою редиску? Эй! А, это поселенец такой. Нихера ты, черт. Что за голубизна? Так, надо попросить Элвиса выйти из своего костюмчика, потому что он мне обосраться как нужен. Да, ёб твою мать. Эй, ты можешь не трогать его за задницу? Поговорить, конечно. Самое время дать мне свой побочный квест. Элвис, иди нахуй, с тобой никто не разговаривает. Смотрите, он дурак, что ли, еще? Иди там молотком по стене постучи, тебе же нравится постоянно. Тут, как я приду, ты начинаешь мне по мозгам стучать своей, блядь, колотушкой. Слушаю. Ой, сейчас начинается, блядь, наверное, 20-минутное изливание это крика души в мои уши. Да, институт дышит нам в затылок, учитывая, что институт еще вообще ни разу не видел. Я видел синтов только. И то они за нами как бы не гоняются, они там сидят в своих локациях. Но, видимо, по меркам Брюса Уиллиса это уже дохрена. Don't get all mushy on me. Aw, I was just about to open up about my first pet mole rat, Bessie, and the time we had to put her down. Картокрыску? Some people at HQ were jealous. You took the big nap, and everyone you knew is long gone. Now, hear me out on the silver line. Да, я видел, в кинотеатре многие так же завидовали герою Интерстеллара. Улетел, блядь, все состарились, подохли, вернулся. Молоденький. Радость-то какая. You saying that losing my boy is a good thing? Oh, Jesus, no, I didn't mean that. Look, if the church gets compromised and the coursers are on our tail, at least you're not putting more people in harm's way. That's all. It doesn't matter much to me. I'm a synth. At least that's what they tell me. So, синт? Ты тоже синт? Слушай, может, блядь, тут в конце игры кажется, что все, кроме главного героя, синты? You're a synth? Why didn't you tell me before? I don't like talking about it. I was one of the first synths they did the whole cranium reboot on, so it's a bit of a botched job. Первую черепную перезагрузку. Most synths have fun fake memories, a happy home, a family. Прикольные ложные воспоминания. Well, it does something to you. Since we're traveling together, I want you to take this. It's my recall code. If you ever need to know something about the Institute, read it to me. Что за код восстановления воспа? If you expect me to believe you, I want proof. All right, you got me. No fooling you, huh? Don't take it personally. I lie to everyone. Maybe прощай, пиздобол. Не скучай, смотри футбол. Так он не синт, блядь, или не синт? Ты задолбал. Мозгоклюй. I don't like being lied to. My relationship with the truth rubs some people the wrong way. But believe this one thing. I'm in your corner. Always have been. Not everyone can say that. That code I gave you is a hard truth. You can't trust everyone. Even if someone sounds sincere, код, который он мне дал, содержит истину никому. The bitch of the problem is recognizing the 90% of the time. О, боже ты мой, началось, сука. Брюска, тебе надо сказки детям на ночь рассказывать. Лично я уже. Опять? Everyone thinks that Desdemona is the big boss. Desdemona. А Desdemona перед сном у вас молится или нет? She does what I tell her to because the railroad it's my show. Подземка подчиняется тебе? Кстати, посмотрите, насколько у Элвиса голова больше, чем у Брюса. Основал подземку. Да он сам только что сказал, что он постоянно врет. Fall for what? Haven't you noticed that when I say the word, Desdemona does a 180? Hey, there's an intruder! No, I vouch for him. Then welcome! Every time. Не, ну он харизматичен. Gives me room to maneuver. We've come a long way since the beginning. We've done a lot of good, saved a lot of sins. But we're about more than that. We are the last and почему подземка хочет спасать синтов? Кому они обосрались, эти синты? О, ты пиздишь. At least once. This is just more of the same. Yeah, you got me.
Брюска продолжает прокачивать меня диалогами просто по-братски. И этот беспалевно, слышишь, мне кажется, это агент института, вот этот Элвис, это Син, смотри, он стоит, слушает. What sort of world they'd have you build, and how they're going to pay for it. So what's the railroad's deal? We're not about saving the world. Too big a job for too few. But we're trying to make it a better one. One synth at a time. And care about the little guys. Походу, подземка хочет, чтобы в мире одни синты жили. Я прохавал их цель. But the real question is, what do you think of us? And at the end of the day, you'll need to make a choice. Make it the right one. Я думаю, что вы пипец какие хитрожопые. Блять, Элвис, иди нахуй, я тебе сейчас в голову выстрелю. Grab that. I'll get her done. Какую нахуй лопата? Over here. Your wish is my... Блять. Heads up. On it. Hey. Happy to talk. What's up? С радостью поболтаю, но выйди тогда из силовой брони, членом поболтай там у кустов, у каких-нибудь. Как он это делает? Смотрите, он оставил его в воздухе висеть. А я сейчас, наверное, войду и сразу рухну. Бэм. Ну да. Я недостаточно святой. Силачу это не понравилось. Заебал этот силач. Что он тут ходит? Нравится ему там, не нравится еще. Выискался, бля. Хрен. В говне. Но... Почему нельзя-то? Ту же я как-то снял. О! Надо, чтобы все красиво тут стояло, ёптись моя. Коллекция силового говна. Так. Эй. Во, какую я наворовал. Рейдеров почти собрал броню. Мне не хватает тела, ноги, головы. Сейчас посмотрим, что у меня есть. О, туловище есть. О, свинцовое Т-60 туловище. Голова броса... О, силовая броня рейдеров, голова. А вот силовая броня рейдеров, туловище. А есть у меня нога правая? Какая-нибудь. Хрен там плавал. Вот с ногой косяк. Да, кстати, надо нажать, выложить обратно тогда. Т-60 непопулярно. Так, чё у меня голова. Ах, сучья дочь, да что ж все сломано-то? У меня почему-то такое чувство, что круче всех будет смотреться именно голова, именно комплект рейдеров. Самый парадокс, это откуда у этих оборванцев, гопников, алкашей, наркоманов, своя собственная линия силовой брони. Линия силовой брони, это как линия одежды. О, смотрите, вообще улет. Ну-ка, силовая броня рейдеров 2, левая рука, 70, 25, 150. А у этих левая рука. Левая рука. Ебать. Да, рейдеры просто обсосы. Ну, видно, что они, блядь, из мусора ее собирают. Где-то разбирают эти жигули и собирают силовые броньки. Так, ладно, что там, что, какие квесты-то? О, у меня левел есть, нифига себе. Ничего себе. Так, 46-й надо. Взлом. Обойдусь. Кузнец, нахрен. О, оружейник. Броня 3-го левела. Так, тут рано пока. Наука рано пока. Ну, давай. Оружейничек. Так, тогда надо сразу прокачать... Изолирующая обшивка. Прочная, Вася, обшивка. Интересно, визуально-то хоть комбинезон меняется? Хитроумная боевая броня. Для санковки. Для правой ноги. А у меня что на правой ноге одета? О, а у меня похуже одето. А что это?
Разобрать. А, предмет нельзя разобрать, а почему? Так. Подгонка. Уменьшение расхода УД при беге. Полимерная броня. Вау. Это по-мощному. К восприятию и ловкости. А чё у меня одинаковые броньки-то лежали? Хитроумная, хитроумная. Рейдерская, не рейдерская. Насрать. Все, давай пошли по квесту. Чё там интересного? Забрать меч, встретиться с Джейком у фермы. Это где вообще? Ощущение содружества. Пошел ты в жопу, командир Рис. Паладин Рис. Тренировочная площадка. Забрать меч. Я ж тут пупса не забрал, точно. На пупса пойти взять. Это чё, блядь, еще за метросексуал, ёпта, постапокалиптического мира. Пупса забрал, короче, пупс. Плюс 15 единиц к взрыву, как будто... к взрывчатке, как будто... Да как ты заебал, а ты чё теперь под фермера, что ли, косишь под какого-то? Он в натуре самый странный спутник, он постоянно переодевается, типа он такой гений маскировки, офигенный. Классно, правильно, снимай броню, одевай тряпки, и нормально, пойдет. Стайл. Так, надо отдать шишки-баб тут местным. Местным аборигеном каким-то, да? Даже название такое, шишки-баб, блядь. Говёный мечик ценой в 200 крышек. Ах ты, материализовался, нихера себе. Я думал, у меня этот брюска, гений маскировки, камуфляжа. О, смотри-ка. Джейка так рада видеть, что вышли дать праздничный салют из обреза. Красноносый алкоголик. Слушай, а эти фермеры еще ближе не могли к бандитам поселиться? Перенесли бы свои доски, из которых они сложили дом, в другое место. Типа строгая мамка им пиздюлей вставляет, что ли? Чё ты на меня смотришь? Да, ваш Джейк подготовлен. Он всегда готов чуть что нассать в свои штаны. Дьякону это понравилось? Дьякон, ты где? А, вон он уже. Опять переоделся. Он где-то раздел безумного Макса, что ли? Так кому отдать-то? Тебе, что ли? Твой, что ли, меч? О, 250 крышек. Оставь меч себе. Нахуй, нахрен мне нужен ваш меч, говно. Но он вроде в продажу идет за 200 крышек, плюс еще тут 250 крышек дали. Нормально жить можно, чё. Так, ну и здесь еще рядом квест по пропавшей патруль, я посмотрел. По карте все близенько. Близенько. Так. Ага. Что у меня еще там есть? О, мое любимое оружие. Руки заточенные под конский член, блядь. О, этот олень хочет напасть на меня. Он еще и, сука, легендарный. Только давай ему по копытам. Пусть ползает. О, как вот он быстро стреляет. Так, этот олень хочет реально напасть на меня. Сука, блядь, животное. Блядь. На нахуй, заебись. Красная книга по тебе плачет. И елдак. Мудила.
Так, значит, в этих горах водятся гребаные олени. А смотрите, кстати, что тут после сдачи локации. Фу, ёпты, после сдачи квеста здесь крафт открывается. Вот это прикол. А если я здесь турель поставлю? И оленя на турель Ах ты, ёб твою же мать, а. Ну и пошла ты тогда. На. Да. Эй, подождите, подождите. Я же могу. Нет, я еще могу. Я могу разобрать канистры. Получить стали масло. Ведерко разобрать могу. А, вот еще сталь. Вот еще сталь. О. Я сомневаюсь, что им нужны эти машины. А хоть одно дерево в их территорию попало, чтобы я дерево мог разобрать на дерево, или мне избушку им нахрен расхерачить. Смотрите, сталь, сталь, круто-то как. Сейчас я чувствую, турель все-таки поставлю и оленя сюда приведу, чтобы эту падлу здесь отхреначило. Ну-ка. Проводка, шестеренки, вы что, ёбнулись? Где я их возьму? Так, тогда вам надо построить водокачку. Чего, блядь? Блядь, придется вам, ребята, перебиться. Пошли вы нахуй, короче. Колхозники, бля, мудитесь как хотите на своих делянках. Где этот олень? Сейчас я его из базуки вынесу. Тварь голимая, только время из него теряю. Тебе-то чё тут надо, ёб твою. Может, олень в этот раз не заспавнится? Да, оленю. Оленя, видимо, можно было встретить только раз. Это был какой-то крайне легендарно редкий олень. Чернобыльский Бэмби. Он делся-то. Ага, мы снова встретились. Ну, давай, давай. О, кританул. А вот теперь он разозлился. Ёб твою мать. Эх, блять, посраки, да что ж за нахуй-то такое? Ёб твою мать. Да? А как тебе вот это, порнокопытная мразь? Насколько все-таки этот пулемет круче, чем вот это говно? Оптическая броня синтов. Врагам сложнее вас заметить, если вы находитесь в режиме скрытности, не двигайтесь. Обалдеть. Мне кажется, если я нахожусь в режиме скрытности и не двигаюсь, они меня вообще замечать не должны. А не то, что там заметней, незаметней. Что-то хуйня какая-то. Да, бег с препятствиями не мое. Тренировочная площадка Центральной гвардии. А, и турели повсюду стоят. И гули лезут. Да ты бы лучше прикрывал нахрен, а не под руку тут муфлонил. А, хрен ты лысо угадал, тварь. Чё это такое? Нихера тут терминатор. Ничего, как его выпустить? Чё это там такое? Хо-хо-хо-хо, бля! Ты посмотри, что тут. Да, давай, ковыряйся, блядь. Чё это такое? XM1. Тип 2. Туловище, правая рука, правая нога. Полный комплект XM2. Ну чё, не бросать же, блядь? Вот это круто. Вот так вот туда. Я офигеваю, что самые мощные силовые броньки в этой игре просто стоят. Опять-то как черт оделся. Что ты, блин, ни вкуса, ни стиля. Так, значит, а как этого-то выпустить, чертополоха?
Антенка. И вон туда. А, вон там, смотрите. Квест на крыше, походу. Источник сигнала о помощи. Радиоклассика. Какая веселая. Мне же сюда только что квест показывал, не? Сучья дочь. Так. А, наверное, внутри там где-то этот бедствие. А, я понял. Подождите, это, видимо, он где-то... А если это не союзник? Я, кстати, с такими даже не дрался еще, но мне кажется, что он все-таки враждебный. И... Во-вторых, если он не враждебный... Я могу его заминировать. Если он не враждебный, тогда он не взорвется. А если он враждебный, тогда он... Ну, тогда он опиздюлится, что тут скажешь. Я даже сохранюсь на всякий случай, а то вдруг он... А вдруг мины исчезнут куда-нибудь? Ну, новое. Так, предметы оружия. Сейчас я проявлю. О, импульсная. А, импульсная мина мне нужна. Нате. А, еще какие есть у меня мины? Плазменная мина. Ну чё, наверное, хва. Осколочная граната. О, могу еще осколочными добить. Нате еще одну. Чтоб полный набор был, чтоб тебя тут точно перехерачило. Очень сложный. А-а-а. Ну давай ты, господи. Мы оба знаем. Мы оба знаем, что я тебя открою. Ну давай. Пожалуйста. Отлично. Соси. А, я думал, что он выйдет оттуда, как только я попытаюсь тут что-нибудь открыть. Или что? Вау. Что, может, Брюсом разминировать? Брюской? Не, так я оптику зато получаю. Волокна всякие. Блять, это радио мне теперь будет на мозги капать, что ли? О, Голум. Чё, прелесть потерял свою? А, ну да. У меня пули слишком толстые, они не пролетают. О, еще броня. Чё это тут концентрация силовой брони просто запредельная. Да, блять, Борис, что ты здесь делаешь? А как автоматрона этого выпустить? Бесшумный, мощный, что-то там. Так, сюда не полезу, впадлу. Чё, терминал? Терминал — это дверь открывать, а как этого-то выпустить? А, хер его поймешь. Может, в комнате еще? Еще терминал? Нет. Неп. Упс. Бля, неужели ударом руки не открыть? Nice. О, шикарно. Управление дверью. Давай. Давай, господи, давай. Ну что тебе? Чё ж за процессор-то там стоит, говна кусок? Мы ждем, давай, блядь. Windows 98, твою мать. У меня идея. Там гуль какой-то волшебный вроде. Соси. Привет. А, это не тот.
Ему оторвало руку, но он какой-то живенький остался. Что за херня-то? Модная щетка для волос. Господи, зачем она тебе? Я слышал звуки ланчбокса, кстати. Модель мистер-помощник? А, из-за нее ничего не дают. Понятно. Так, а где, собственно, робота-то включать? А, собственно, походу и нигде. Он, наверное, для красоты тут. Ну, давай. Тебя подтолкнуть, что ли, к этому важному шагу? И он передумал, да, уже? Он понял, что ему... Ему не обойти этот компьютер. Силовая броня. Туловище X тип 2, остальное все первого. Ног вообще нету. Ну и как? Hey. Ты тупердяй. Блять. Ну ты и тупой. Давай, ты все равно можешь туда залезать. Без батареек. На свалке нас поймут. Пойдем, стиляга. Мы скоро будем одеты с тобой, как эти, как два бывалых анклавовца. Когда я вторую броню анклава тоже апну. Тем более корпус второй серии у тебя уже есть. Ну давай ты, ёптую, ну что ты грузишься, блядь, дольше, чем, сука, компьютеры, которые в этой игре, блядь, довоенные коды показывают на экране. От них вообще больше ничего не надо, они, блин, грузятся 2 часа. Как и ваши эти локации, господи. Такое ощущение, что тут сразу целый мир загружается в этих загрузках. Он без подгрузок типа идет. Ой, сука. Аллилуйя. Ох ты, блядь, что такое? О! Понеслась, ёпта, по яйцам дрожь. А чё ж мины-то, блядь, не взорвали? Да иди ты, блядь, в пиздень. Ты чё, охерел, что ли? А вот и мины. Чё это с ним? Да нихуя с ним. Он что-то перегрелся, походу. Да, это мощь. Как он мины-то обошел, я не понимаю. А, давай, скорпион, дай ему пиздюлей. О-о-о! Ну и еблан, господи. Оптимус Прайм повержен, Оптимус Прайм повержен. Сука. Гребаный Десептикон. Да подожди ты нахуй. Сейчас. Помощь. Винт, оружие. Импульсная граната. Ловите, сударь. Давай, руку ему отстреливаем. Вторую тоже. О. Ой, блядь. А, ну чё, без руки обвёзбал, чё делать будешь? Чё-то он задумал, он, по-моему, меня выебать решил. Расстрелять нечем. О! А! Он включил самоуничтожение, походу. И гнался за мной, чтобы забрать меня на тот свет. Чё, скорпион вроде был, нет? По-моему, вот что-то... А, ядерный блок. Ядерный блок — это то, на чем у меня силовая броня работает, да, если... О. С
Сразу два ядерных блока в нем было. Ай, нравится. Покоцал, правда, мне броньку. О. Хуй тебе. Ну, брать не буду, потому что у меня дохрена этих осколочных мин, они мне не очень-то помогают. Потому что они мне не очень-то и нужны. Хотя, дьякон же берет говнище всякое. Сигнал бедствия. Но неужели этот сигнал бедствия идет не от винтокрыла перевернутого? А винтокрыло здесь это по умолчанию, по-моему, собственно, с братства стали. Рейдеры хоть и делают из мусора силовую броню, летать они пока на них не научились еще. Да ну тебя в жопу, ёбаный в рот. Тренировочная площадка, ё-моё. Кто тут тренировался? А, вербовочный центр Национальной гвардии. Ничего себе. Рядом и центр, и сразу тренировочная площадка. Как у них все компактно было. Не то, что у нас в армию, блядь, как пойдешь, как отправиться, сука, на другой конец страны, ёптать. Чем дальше, тем лучше. Хочешь рядом служить с домом? Давай, башляй. Хули, закон армии номер первый. О. Здравствуйте. Да, косая стрельба этого моего напарника не может не радовать. Это что, какой-то особенный, что ли? Нам похер, мы в тернягах. Легендарного мочим. Силовая кожаная броня для левой руки. Ага, пошла в жопу. ОД восстанавливается быстрее. Да, ОД в этой игре надо, чтобы быстро восстанавливались. Еще без ОД-то... Как же жить-то без косых выстрелов из ВАЦ? Здесь скомканный флаг. А скомканный американский флаг — это по умолчанию мусор, по-моему. Хлам, вернее. Что-то, что в игре хлам, что по сути хлам. Найти источник сигнала. О, зажигалка позолоченная. О, вентилятор. Кто это такая? Голозапись. Рыцаря Эстлин. Жетон рыцаря Эстлин. Боевая броня до туловища. А, говно. О, форма БС. Вот это, наверное, прокачивается. О, прости, я надеюсь, у нас с тобой один размер, да? Ты с такой походкой к ней идешь, как будто ты собираешься с ней что-то сделать. С мертвой, придурок. Так, голозапись Эстлин, голозапись рыцаря Эстлин, вот она. Даже не показали, как он кассету вставляет в плеер. Паладин Брэндис. Ну, понятно. Фанатики в своем репертуаре. Отдать жизнь за все на свете. Мы там это... За все на свете мы в ответе, ёптать. Братство стали. Nice. За все на свете мы в ответе. Мы такое братство стали, нахую видали. Ой, блин. Ну и чё ты встал-то, ёптать, чё? Пинка дать, что ли, на, блядь? Гидравлическим сапогом 52 размера. Как фривольно сидела эта женщина. Пароль офицера Национальной гвардии. Вау. От чего хоть пароль-то? Так лагает все забавно. И тут вообще лучше не прыгать, наверное. Сейчас игра вылетит к херам собачьим. Надеюсь, от этого терминала. Оу, oh, е. Yeah. Одним дебильным взломом меньше. Я рад. Ура! Тут ни хера не было. Двойное ура! Тренировочная площадка. Все, походу.
Локация от Бога. Ну, еще один член братства стали, кстати, найден. Поредевшие ряды. Че тут? А, я... О! Зомби, зомби! Нравится мне по зомбарям стрелять из этой... Из этого пистолета или что это у меня такое? Казарму Национальной Гвардии. Сука, эту игру орки делали. Нужно больше загрузок. Нужно больше локаций. Там живые, я слышу, есть. А ну-ка нахуй отошел от меня. Это как этот чужой из четвертой части, которого Сигурни Уивер родила, такой же урод. Ой. Это что за вообще такое? Дьякон ждет, когда до меня враг добежит, даст мне леща по башке, только потом начинает стрелять как-то вяленько. О, терминал управления арсеналом. Вот это интересно. Добро пожаловать, требуется пароль. Ну. Тревога, блокировка системы связи с общественными беспорядками, доступ только до полномочного загрузка. Дистанционное управление дверью. Закрыть дверь? А, то есть сейчас арсенал открыт. Да нахер этот терминал вообще нужен? Где арсенал? Может это... Так надо было... Забирать эту говнобронь? А, арсенал, наверное, так, где вот эта броня недоделанная стояла, где робот сагрился. Наверное, он здесь открывался просто, чтобы взлом не делать. Хера их ваншота. А может это надо было наоборот закрыть, чтобы робот не вышел, не напал. Пошли вы нахер, ёпта. Блять, а почему у меня это включено? Бля, легендарный. Дьякон! Пиздец! Ну пиздец! Ну я же в силовой броне! Какого хуя она вообще ни от чего не защищает? Кусок дерьма! Блять! Дерьмовая бронь только у имперских штурмовиков. У них вообще их, блядь, камнями забили. Сука, ублюдок, а. Во как это отлетают, а. Где эта легендарная мразота? Да пошел нахер отсюда. Ты бы лучше вперед бежал, когда меня убивают. А, вот и ты. Нахуй ты его вниз-то скинул, а? Пробивающий. О, нихера себе. Мне цена его нравится, так-то говно. 30% игнорирует. А у меня сейчас зато двойной. Двойной урон. Ладно, зато это денег стоит. Ой, жетон на метро. Тут метро уже 200 лет как не ходит. А жетоны зато можно лутать. Прикольно. Что это такое здесь? О. Опять кто-то помер, как Элвис на унитазе.
Я что-то вижу. Стимулятор, пакет для вливания, нахер пакет для вливания. Ты придурок. Сейчас пойдешь из моей брони кирпич теперь выкладывать. Вытряхивать. Все, ничего больше тут нету. Да ладно. А, это ресальщик, ёптать. Ебашь его. Молодец, Дьёкон. Нахуй вертел ему своим молоточком. Чё он тут охранял? Военная форма. Нарядная, наверное. Потом посмотрю, чё. Какая лучше, братство стали или у этих додиков? Берет. Вау. Есть берет на балет. А, сука, я думал, щель. Все. Да, потрясающе. То есть надо было как-то, получается, сначала здесь пройти, открыть арсенал этот гребаный. Какая в жопу разница? Просто хакерство иногда позволяет проходить локацию в другом порядке, нежели если бы у тебя этой возможности не было. То есть не можешь открыть дверь, иди к терминалу. Не знаешь, где терминал, но можешь взламывать замки, ломай. А, вернее, взломщик, там взломщик нужен был. Ах ты, ёб твою. Ну хоть не закрыли. Аллилуйя, давай, господи, Windows 95. Да. Эй. Господи, да, давай ты уже. Ух, и конец. А, это другие... А, это полоса препятствий тут была. Вот он, тренировочный лагерь, в чем заключался. Ну-ка, подожди. Мелкий ублюдок. Так, а чё, собственно, квест-то этот дал? Осмотреть спутниковую станцию теперь. То есть он продолжается. А, ну она тоже рядом. Она, конечно, рядом, но пойду я туда уже по ходу в следующей серии, да. Потому что, ну, время оно, сука, не резиновое, да, еще рендер делать. Да и к тому же всем нравится, что я заканчиваю на самом интересном, да? Правда ведь? Но это еще не самое интересное. Самое интересное, я надеюсь, в этом квесте еще впереди, потому что уж слишком много квестов, которые здесь, ну, вообще ничем не примечательны. Просто пойди, убей и все. Тут хотя бы, видимо, надо разгадать, что случилось с этой толпой братьев Стали, которых тут намесили. Там померли, тут померли. Вот. То есть кто-то их, наверное, подставил по ходу из своих. Ладно. Поиграем, увидим. Все, короче, пишите, жмите. Как его? Майтесь, ждите. Во.